Две недели и Барнаул встретит турнир OpenFC-23. Спустя 7 месяцев крупная лига возвращается в краевую столицу. Зрители увидят 12 поединков. Три из них титульных. И в главном бою вечера за пояс чемпиона лиги в полусреднем весе встретится бразилец Буэнос Жонас и действующий чемпион Данила Приказа. Россиянин сейчас готовится к бою в Барнауле. В принципе, мне не особо такая стандартная техника ведения боя, вот ударная техника. Поэтому, я думаю, для него все будет загадка. И как в первый раз, самонаводящиеся удары, как пацаны говорят, из-под разных углов. И для него я готовлю нокаут. Хороший нокаут. В клетку выйдут и 5 алтайских спортсменов клуба «Тим Стрела» Барнаул. Бойцы очень полагаются на родные стены и за максимальную поддержку обещают сделать бои яркими и запоминающимися. Кстати, родных на турнир приведут не все. На самом деле семья у меня не придет на бои, я им сказал, что не надо, не знаю почему, ну, не хочу, короче, чтобы они приходили. Вот. А в Барнауле, я думаю, легче, как бы поддержка все равно будет, друзей у меня много здесь, товарищей, вот, как бы... Трудные моменты какие-то в бою, я думаю, будет поддержка и на каких-то морально-волевых качествах будешь вывозить, так сказать. Будут даже два сектора фан-зоны для команды «Стрелы», потому что будут в основном представлять местную публику алтайскую и так далее. Команда «Стрела». Так что у нас будет два сектора отдельно для них. Они будут приходить, болеть, как, так скажем, фанатские болельщики футбола, да, там с флагами и так далее. Организаторы подготовили для зрителей насыщенную программу. Кроме боев, любители ММА увидят световое шоу и выступления. Турнир будут транслировать на федеральном канале Матч ТВ. А объявляя спортсменов, будет известный ринг-анонсер Александр Загорский. Турнир стартует 1 октября. Дмитрий Дроздов, Александр Антропов. День с толком.